Яна Кахарова – специалист с двумя высшими образованиями – техническим и экономическим. После окончания вуза долго не могла найти работу. Узнав, что в городской администрации идет набор молодых специалистов, решила попробовать свои силы и составила проект, который позволяет привлекать малый и средний бизнес к решению социальных проблем. Меня пригласили на стажировку в молодежную администрацию. Ну, для себя могу сказать, вынесло очень много. Это и увидела, каким образом муниципальная служба проходит в департаменте. И посмотрела, как работать с молодежью в рамках вот реализации молодежной политики Волгограда. Больше года эти молодые специалисты проработали в стенах городской администрации. Для того, чтобы попасть сюда, каждый из них представил на суд муниципальных властей свой интересный, а самое главное, социально важный проект. Выпуск товаров под волгоградским логотипом, освещение улиц по электронным технологиям, развитие спортивного туризма. Основная цель, которую ставило руководство города, сформировать своеобразный кадровый резерв. Рассчитываю, что вот эта сменность поколений, а мы на год создаем администрацию молодежную, она даст возможность, ну скажем, проводить постоянную ротацию среди тех ребят, которые эту инициативу не потеряли. Очень важно, чтобы эту идею вовремя услышали, и любой талант вовремя был замечен. И даже несмотря на то, что молодежная администрация создается только на год, стажеры не останутся без внимания. Первый шаг в этом направлении уже сделан. Трое специалистов, которые хорошо проявили себя, на сегодняшний день уже трудоустроены в различные структурные подразделения мэрии. Предлагаю дальнейшую работу и в администрации города Волгограда, а именно управление по жилищной политике, приобретение опыта и, соответственно, внедрение каких-то новых новинок в управлении по жилищной политике, именно в деятельность структуры управления. Реализация их с целью реализации жилищного вопроса горожан, потому что проблема эта довольно-таки насущная на самом момент. Жилищный вопрос, он самый главный. Сейчас в мэрии ведется новый набор молодежи. Основные критерии остались прежними – возраст от 18 до 30 лет и, самое главное, предоставление актуальных проектов для решения городских проблем. Мария Иванченко, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».